Так, и, собственно, продолжаем мы смотреть семипролигу Ладра. И сейчас у нас играют команды, опять же, Big Bulls, но против команды Sio Slave in Utero. Было бы интересно мне узнать, на самом деле, перевод вот этой вот фразы. Но... Сейчас Big Bulls банят в первой стадии пик банов Пугну и Титана, а команда Сиу банят Абадона и Лича. Но Big Bulls забирают Тимбера. Будет ли это Тимбер для стендина, либо будет ли этот Тимбер для психопата? Ну, команда Сиу забирает все Вайпера с Визажом. Визаж — это понятное дело. О нем просто и говорить ничего не стоит. И Вайпер теперь частенько появляется. Это Нагасайрен, видимо, для Детора. Отлично, он на ней на самом деле отыграл в прошлой игре. И сами Биг Булсы теперь банят Кристал Мейден. То есть сейчас мы ее не увидим. Сейчас мы увидим какую-то другую страту. Это на самом деле отлично, когда команды показывают себя с разных сторон, когда что они умеют. Но прошлые драки были вообще жесть, на самом деле. Там хоть хайлайты пиши. Такие жесткие просто. Лайфстиллера банит команда Сью. Я на самом деле вот... Не знаю, мне кажется, что Биг Булсы бы его не взяли, потому что Биг Булсов, по-моему, Лайфстиллера давненько не было. Может, был когда. Я этого не видел, но все игры, которые я стримил, там у них Лайфстиллера не было в пиках. Биг Булсы банят Клокверка, и в ответочку идет Луна от команды Сио. И забирает они этого самого Рубика. Биг Булсы в прошлой стадии пика банов вот этому Рубику уделили по самый последний бан. И здесь все-таки его решают Сио забрать перед банами. Свой пик, потому что здесь все-таки как-никак сон. Ну хотя, в принципе, Нага, если сразу иллюзию будет прожимать во сне, то проблем не будет. И вот теперь у нас Пико задумался над тем, что брать здесь. Что здесь оказывается Рубик, здесь, по сути, мало. Сокращается моментально просто список героев, которых подобрать. Может, даже ломается острота, которая была подготовлена с этого самого Рубика. Хотя, если они его не банили, возможно, он им даже не помешает. Но, тем не менее, тратят они резервное время на время пика. И должен залетать сюда какой-то хероу. Какой-то хероу. Что-то долго сейчас думаю, но с пика... Немного смущает то, что он много времени тратит сейчас. Очень много. Возможно, сейчас команды между собой переговариваются над тем, что кого взять. И сложно им прийти в данный момент к общему мнению, но время идет, время тикает, и здесь нужно забирать быстрее. Какого-то героя. Почему кристалку забанили сейчас, мне интересно. Что же это такое? Сейчас должно быть. Это алхимик, да. Тот самый алхимик. А команду Сью, не раздумываясь, пик из Лордара. То есть, ну хотя, алхимику дай выформить БКБ и... А что ему дай выформить? Ему там фармить-то нечего, если... Будет все на лайне, отлично. Берут кипера себе для... Да... Для кого же этот кипер-то? Он пика играл на Наги, да, и Детор. Значит, Детора достанется у нас здесь кипер, хотя могут они, в принципе, слабнуться.
И остается герой здесь у нас для психопата, я так понимаю. Ну, сейчас еще, правда, перед этим будет бан. Бан команды Сиу. И вот над последним баном надо подумать конкретно, потому что здесь сейчас допустить ошибку нельзя. Может что-то пойти не так моментально. Кунка, странное решение, что Кунка, хотя, возможно, это чистый бан мидера, чтобы Вайпер себя комфортно чувствовал. У команды Сью остается, собственно, керри. Я сомневаюсь, что это будет какой-нибудь антимаг. Ластилер в бане у нас. И, возможно, что... Не, ну, Джиггернаут сюда явно уже не вписывается. Медуза тоже сомнительная. Пик такой. Ну, бане сейчас нужно какого-нибудь последнего здесь керри. Чтобы сократить список команде Сио. И кого же они забанят просто? Банят Дарксира все-таки. То есть, был расчет на Слардар Керри, я так понимаю. Ну, хотя, да, расформленный Алхимик против расформленного Дарксира. Это такое, здесь может быть произойти что угодно. Особенно в тимфайте, когда эта стенка пойдет на Алхимика. Ну, учитывая, что Алхимик у нас безумный фармер, так что БКБ ему выфармить не составит особых усилий. Ну, захотели все-таки бигбусы забанить Дарксира. И это Темплар Ассасин, это значит, что у нас Вайпер пойдет в керри. И, скорее всего, это будет... Возможно, это даже будет Слардар керри. Что это будет визаж Рубик Слардара, потому что если Слардар отправит одного на лайн, то он ничего не сможет сделать нигде. Хоть это, пусть это изи лайн, пусть это будет хард лайн. Так что, скорее всего, это будет трипла визаж Рубик Слардар. И Вайпер где-то будет стоять соло. Ну и Темпларочка будет стоять в миде. И остается здесь кого-то брать против Темпларки. Возможно ли, что это будет пуш какой-нибудь? Ну, я сомневаюсь, но вполне вариант такой. Против Темпларки. Сейчас какой-нибудь опять Рейзер. Ну, в принципе, против Темпларки Рейзер это тоже. Да, это Рейзер. Только хотел сказать, что это сомнительный вариант был бы. Ну, решили все-таки забрать Рейзера. Ну, как всегда, на Рейзере будет играть Психопат. Детор играет на Кипере. Пика будет играть на Нагасарине. На Алхимик играет Чапаев. И на Тимбере играет Стендин. Вороток Кесо. Команда же Сио. Господи, Эрл играет на Вайпере. Кси играет на Темплар Ассасине. На Рубике у нас играет Мелоди Save Me. Яурен играет. Яурен Рокет. Господи, что это? Ники такие на Слардаре играет. И Чизкскутс играет на Визаже. Как так, не знаю. Да, и вот о чем я говорю, что это будет трипла со Слардаром, потому что ловить будет Слардар где-то в соло нечего. И Вайпер отправляется в легкую, и Темпларочка идет на мид. Здесь на топе будет, кстати, стоять тоже трипла. Не решают они пустить свою триплу в хард. Вайпер против Тимбера будет стоять. Вот это, кстати, будет интересный лайн, потому что Тимберу надо будет все-таки через реактив армор против Вайпера качаться. Потому что я думаю, что все-таки Вайпер пойдет через поезд на атак. И что-то Пика задумал здесь с котлом. Так, здесь трипла хочет выдвинуться, но смок есть. Вардом, скорее всего, соблачит. Да, блочит здесь спаун вардом. И уходит отсюда. Это было рискованно. Руна Виза есть на боте. Сберет ее Нага. И сейчас должно что-то произойти будет. Если игра приглушает мой голос, то говорите и пишите в чат.
Твича, чтобы я это поправил дело, потому что мне кажется, что это так. И визаж здесь с Рубиком могут найти котла. Или котел может найти их. Но я думаю, котел их сейчас увидел, потому что не пошел он-то подальше. Здесь, кстати. Ага, вот здесь сзади Нага под инвизом. Если он здесь визажа, сейчас еще увидит и Рубика. Главное увидеть его, да, чтобы не начинать здесь драку. Чтобы это игрунный минус, и как раз таки инвиз пропадает в этой наге. Ага, вот так вот, значит, решили. Значит, будет раза против вайпера стоять. Интересный своп лайнов. Ну, в принципе, выдерживать через реактив армор будет вполне неплохо. Моментально просто сбривает этот вот рефрекшн темпларки. Первая билка Тимбер. Здесь фактически, я бы сказал, мид сместился на бот. Потому что здесь будет вайпер с разером. Обычно у нас противостояние в мидлейне, но сейчас они будут драться на боте. И тем временем у алхимика ни одного крипа нет. Так, на телекинез подкидываю здесь алхимика. Стал на слардер, раскручивает колбу алхимик, кидая слардара. И да, уходит. Здесь еще и Рубик остался, в принципе, с 200, с 200 хп. Чипай просто не сможет здесь фармить. Здесь, я думаю, нужно свапать лайны. Потому что здесь моментально будет врыв на этого Чапаева, и он сможет только здесь получать экспу. Руна сейчас Нага здесь контролит. В принципе, может быть, руна оказалась ближе на топе, поэтому она ее забрала. И что это? Какой-то такой отвод. Получается, да. Здесь еще и вражеские крипы сейчас ворвутся, и будет такое. Хотя два крипочка ушло. Неплохо. Здесь, кстати, Разор высасывает у нас дэмэдж у вайпера на боте. Ой-ой, как сильно же проседает вайпер. И вот сейчас бы еще одну тысячку и плазмофилд запустить было вообще неплохо. Срывает колбу. Отлично действует здесь психопат. И на топе опять же этот алхимик с нулем крипов. Вот один крип у него только появился сейчас. Это большая проблема. Не сможет здесь выформиться никак. И команда Сиу рассчитывает на этого агрессивного трипла, который сможет здесь преграждать. Не давать фармить там алхимику. Ну, под тавром кое-как, может быть, он еще и сможет что-то себе забрать из монеток. Смотрите, как здесь стенды у нас отлично парку насовывают. Смотрите, он... Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Это минус котл здесь на топе. Здесь еще остается под сеточкой у нас Рубик, но он уходит. Здесь минус еще и алхимик. Не замедляет котла. Это, возможно, будет сейчас и минус котел. Есть соло. Знаешь, что нет маны на него. Но нет, здесь нагло уходит под тауэр. И сдувает моментально котл. Но уже поздно. Уже поздно. Рубик чудом просто ушел благодаря стану с Лардара. И здесь Тимбер в это время где-то ходит. Что-то здесь задумал Тимбер. У него есть инвиз. Ну, нет 6-го левела. Так что мы, видимо, ботинок принесли. Ну, алхимика 0-1, 3 крипа, и это совсем все печально для него. Он только ему накапали деньги на ботинке. Больше ничего он здесь делать не сможет. Я бы на их месте пустил эту триплу против вайпера. Тогда Разор бы здесь страдал. Если не знаю. Тут персонажами, по-моему, свапнуться нужно. Чипаева с психопатом. Чтобы он на Разоре играл. Чисто на керри раскручивает колбу алхимик здесь. Чтобы его не застанили. Сеточка от Нагина. Слардер сразу моментально просто отъезжает здесь Нага, Сайрен. И все, ничего не могут сделать. Оставшиеся двое игроков команды Big Boss. Просто ничего. Вроде как заход сзади, спрей есть, да, но это не помешало сейчас здесь зайти Рубику с визажом.
и забрать их. Их. Вернее, нагу одну. И ПТ появляется Лордара. С Лордара все прекрасно. 23-8, крипстат. Считай, на фрифарме стоит. Саду здесь ни в каком кроме тележки не попадает. А на боте у нас разрыгоняет Вайпера. Ну, в принципе, я не знаю, расчет делать на Разера получается. Ага, вот под инвизом сюда заходит Тимбер. Сентри здесь стоит. Сеточка сразу моментально с Лордара. Он покидает стан. Здесь еще колб от алхимика прилетает с Лордара. Должны здесь забирать его. Ой-ой-ой, не хватает дэмджа. И, ну, в принципе, через Тимберчейн прыгать тоже по тауру не хочется. Вот что происходит просто. Как и в прошлой игре, не хватает здесь дэмэджа у команды Big Boss. То есть прокасты у них сейчас слабые. Относительно и триплы. Хотя здесь, кстати говоря, Рубик, интересно мне. Нет, Рубик у нас не качал, он Нулфилд еще. Это без него еще не хватает дэмэджа. Сейчас рун ДД найдет Тимбер. Здесь Разор, кстати говоря, видимо, будет у нас идти через Меку. Вайпер от него просто... Просто-напросто спрятался. Здесь с Атавром под деревом, но, видимо, это из-за Тимбера, который ушел здесь вниз. С АДД, хотя Варда там не стояла. Так что Вайпер не знал просто-напросто, что там за руна будет. Но, тем не менее, перестраховаться и уйти за дерево тоже лишний раз не помешает. Так, здесь темпларочка у нас. Прям с отводом рефракшн прожимает и... Должен быть какой-нибудь врыв сейчас. Да, вид она и ставит раб, замедляет здесь нагу. Сейчас, может быть, пострадает, кстати говоря, это Бларка, и здесь есть колба алхимика, спрей кидает, сеточку кидают, здесь еще и задув от котла, и все это ради того, чтобы тупо сбить рефракшн. Прилетает сюда Тимбер с ДД, кстати говоря, ай-яй-яй, не дают ему Тимберчейн использовать, нету больше у него маны. Рефракшн этот все-таки остается, отпивается, пытается здесь Тимбера, нужно кидать здесь чакрам куда-то или... Или Тимберчейн, нет. Уходит спокойно здесь, ну, никто никого не забрал. Это тут просто читерский рефракшн, на самом деле, темпларки. Который тупо из задув котла и колбу алхимика заплод... Ну, своевейдил, можно сказать так. Ой-ой-ой. А вот куда нашел сейчас Рубик с визажом. Неужели на бота забрали здесь Разора этого? Который здесь господствовал на этом лайне. Ну, вот 4-0. Проблемы, проблемы большой команды Big Bulls. Так, здесь у Тимбера нету маны, трап у него срабатывает, под рефракшеном здесь еще темпларочка у нас. Может серфить по тауэр, минус пол хп у Тимбера, остается у него буквально здесь соточка и минус. Приходит Разор, делает здесь смофилд, но и чуть-чуть буквально 56 дэмэджа высосал на темпларке. Здесь слишком большой мувспид, по-моему, у этого самого. Здесь небольшой мувспид, здесь трап просто. Просто зачем-то сюда идет темпларка. Что это такое вообще? Это... Да. Вот почему она сюда пошла, видимо, случайно. И скликнула перед выходом. Просят, чтобы его не убивали. Нечестно. Ну, один килл команде Big Boost, надо хотя бы фору дать. Чтобы нарастить свое преимущество. Что у нас, кстати, там по остальным играм? Мне интересно наглянуть, что у нас в первой группе, в группе А. И почему-то Бигбоссом считали 0-0. Почему ничью сосчитали Бигбоссом против The Rainbow? Надо бы. Мои негодяи там подфидели. Случайно, видимо, поставили там ничью. Поставят победу здесь команде The Rainbow. Пантеон там проиграла команда Best Best. Так, что у нас здесь еще мы имеем? Сиу проиграли команде Binx. Что, кстати, за команды, мне интересно знать. Сейчас пока Best Best и Binx лидируют, потом идет Сиу, Big Boss, ТРВ и Пантеон. New Game Zone — это команда
Ну, такое. Так, вернулся с темпларка и будет сейчас продолжение игры. Вайпер, кстати говоря, будет мега, то есть будет такой терпильный вайпер, которого будет сложно убить. Ага, вот, значит, нельзя использовать эту вот штуку здесь, и это минус Templar Assassin, но никак не смогу выиграть. Я здесь мана не было на Refraction, но Razor все-таки решил не жариться и забирать эту темпларку. Несмотря на дисконнект. Dire's bottom tower is under Не вовремя attack. там вылет произошел, совсем не вовремя. А Эрл уже прессует тауэр на боте здесь у нас. На вайпере. Заду по котла вроде попал по слардеру, но снял, по-моему, 130 хп ему всего лишь. И как-то это не очень. Radiant's middle tower is under attack. Так, сюда здесь слардер, кстати, один. Мне кажется, зря он здесь бегает. Сюда бежит уже визаж. А, ну вот еще и двое бегут. Здесь еще есть и Рубик с темпларкой. Прям такой дерзкий задув этого Слардара. Мол, проваливай отсюда. 225 дэмэджа ему всего лишь наносит этот задув. Так понимаю, просто Котл, четвертый уровень. Механик возвращается туда, у него есть фейзы, ТП и... Ой-ой, замедляю здесь Котла. Еще и трэп, господи. 255 мы в спиту сейчас у Котла. Скучивает колбу алхимика, мне кажется, зря. Либо надо цеплять кого-то. Нет, Теплар культит эту колбу. На телекинезе здесь у нас... Ой-ой-ой-ой, вот это кипер, вот это просто у темпларки. Господи, вот это был демон сейчас, это минус алхимик. Приходит сюда тимбер, на хосте влетает, тимбер чейн, но он здесь должен догнать просто-напросто этого лордара, он его станет. И... все, да, и забивает в него просто. Господи, а здесь бить ТП тупо нечем. Хотя здесь была нага, почему бы не кинуть сеточку было туда. Ну, видимо, не достало. На. Как же тут моментально отъехал Котл? У меня просто... Я даже язык проглотил от этого. Ту мелду просто. Так, Рубик под инвизом. Могу сейчас забрать алхимика. Будет ли телекинез? Если, в принципе, Нага страхует еще. Больше нет никого. Сентри сюда ставит, ага, и... Нет, ставит сюда Сентри. Визаж. Телекинез на Чапаева. Откидывают замедление, раскручивает он колбу, спрей ставит. Станет Рубена, Рубен от стиками отбивается и остается Нага, но Пика здесь тоже погибнет. Да. В это время погибает Тимбер в миде. Удивительно, что против Темпларка он умер, но, видимо, ему просто маны не было ни на что. Доигрался он на миде. 10-2, все печально для команды Биг Босс оказывается здесь. И происходит, собственно, пуш топа у нас. Dire's top tower is under attack. Что-то мне кажется, что команда Best будет топ-1 в этой группе A. Хотя еще есть New Game Zone, которая наступает на пятку. Но по первому матчу Radiant's bottom tower судить is можно under мало что attack. по первому туру. Так, Нагу покупаю турну, окей. Смог здесь прожимается, и Визаж идет со Слардом вместе. Алхимик полулес ушел, что ли? А, здесь просто Тавра уже нет, вот. Поэтому живет как может. Но, тем не менее, здесь нету Вижена вот в этой части карты. Хасту Рубик забирает, так, высадка здесь на Тимбера, замедляет его сразу, минус армор, и даже Тимберчей не успевает он использовать. Все грамотно сейчас сделали. Игроки команды Сью здесь. Телекинез и замедление, все по таймингу было сделано. По сути, психопат у нас здесь с мекой, но что-то ему здесь нужно что ли помочь. Пытается отбиться на плазмофилдом, по-моему, только крипов сейчас задел. Нага дает минус армора, нету рефрекшена, но темпларки 10 секунд кулдаун, но нет задов от котла. И нет, не задевает он никого из игроков, здесь только иллюзия, опять плазмофил, может сильно просесть Рубик, Меку прожимает здесь. Лично сюда пришел Вайпер, Чакрам кидается, здесь раскручивает колба алхимик, врывается сюда под ультой, и должен быть минус Вайпер хотя бы. Господи, господи, он бы еще сейчас выжил.
И что у нас? Рубик забрал. Первую билку. Тимбера это не так уж, в принципе. И важно. Вот если вот у алхимика заберет он колбу, вот это да, вот это будет проблема еще больше. Хотя сейчас большие проблемы команды Big Bulls, но тем не менее. Так, садов от котла у нас здесь идет. Даже рефрекшн не сбивает. Собственно, один проказ сбивается магического урона. Все, один блок, вернее, сбивается. Еще 4 остается. У Разера появляются стики. Интересное решение. Теперь на тавер на первой наботе покушается команда Сиу. Интересно сейчас. В следующей игре мы команде ДП перейдем Dark Passage. Посмотрим, как у них там стоят дела. Здесь, кстати, темпларка одна. Остается, они видят, понятно, что он это сделал, на самом деле, моментально просто все. С него сбивается, весь рефрекшн туда-ст, и тупо заблочили ее здесь. Не понятно, что она здесь стояла. Может, опять заглючила, дисконнект какой-то, но. Стояла здесь, а тупо зашла сюда нага, и та ничего не сделала. Сейчас это интересно, сейчас должны здесь. Должны вообще алхимик как бы расфармить, поскольку у него есть 1400 голды. Я думаю, мидас на 15 минуте, тем более еще перчатки нету. Это вообще печально. Как-то им нужно этого алхимика подсобить ему, что ли. Чтобы он расфармился побольше. Так, сразу моментально вайпер сигналит, что здесь вард воткнули. Возможно. Хотя даже если сендри, это не особую роль бы не сыграл. Батя, что здесь на вайпера. Хотят забрать здесь тауэр. Но это будет долго. Да, сейчас скоро пропадет здесь уже визажа, они прекрасно это понимают. И, кстати говоря, всей команды, они кроме Слардара на боте. Ну и команда Big Bulls отходит. Видит, что здесь уже подкрепление, хотя... Да, видит. Варты здесь поставили. И... Раза прилетает на топ у нас. Мигрирует, так сказать, оттуда, потому что на боте ловить уже нечего. Таура они не заберут. И теперь, видимо, сейчас будет высадка на этого самого алхимика. 1800 голды имеет, в принципе, на мидас. А буквально здесь соточку нужно дофармить. Да. Слардар находит здесь алхимика, минус армор, стан, хасту прожимает, это будет минус алхимик, хотя... Ага, вот о чем я говорил, то есть колбу сейчас забрал Рубик. Ну, Слардару повезло струной. Кстати говоря, БКБ у него будет уже скоро, через 150 монеток. И собираются на Рошина. Так, ну здесь Нага, собственно, идет чекать этого Рошана. Они прицелили, но здесь очень быстро будет падать Рошин. Нету рефракшена в темпларке. Нага сон, и, мне кажется, немного в свое время раскручит колба алхимик. Здесь нужно ждать до последнего. Да, и прилетает на визажа с вайпером, отлично попадает, но здесь нечем просто добивать. В то же время колбу ответную прилетела сейчас в Разер, прожимает он меку, но выслал 140 дэмэдж. Господи, сколько же сейчас в него прилетело всего. Трэп, болт, еще там от вайпера. Господи, просто сейчас Разер столько дэмэджа вытерпел. Все буквально, и первый, и второй, и третий, и... Ультимейт-то в кого влетел, интересно, от вайпера? В кого-то он влетел.
Подозреваю, что в Разера, то, что он летел здесь, это ультимейт. Что-то здесь. Такой на диком экшене, на самом деле, отключается у нас темпларочка, и я думаю, это как бы не очень. Что у нас здесь уже, там, по-моему, командир КПСР ждет энеми в лобби. В группе Б. Что у них в группе Б происходит? Они на втором месте. Они, видимо, кому-то проиграли. MFC. Неужели они проиграли команде MFC? По-моему, в прошлом раз это Master of Climbing. А они... Тогда их бигбусы, по-моему, выиграли. Что-то, видимо, не пошло. Командир КПСР. Что-то я хотел посмотреть, только не помню, что. Сейчас было бы неплохо переброситься на игру команды ДП. И переподключается у нас темпларочка. Сейчас будет продолжаться файт. По ХП здесь, в принципе, все сильно просели. Рубик уже отойдет. Ну, здесь нету маны у всех почти, кроме... Котла. Хотя Котла может, в принципе, дать я сейчас Тимберу, и Тимберка, может быть, что-нибудь еще и придумает. Что Рейзер она уже не нужна, и... Или Наги даст ману. Залетает соло Сэмша здесь у этого самого Рейзера. Прожимает здесь колбу Алхимик. Задув... Ай-яй-яй, не уходит здесь Тимбер. Стан прилетает Вайпер, Плазмафилд. Отличный ответный стан от Рубика. Отлично здесь двоих. Господи, что здесь происходит на карте сейчас? Здесь Слардер зверствует, просто нету маны, но это, возможно, будет сейчас минус 2. Нету сетки, есть сетка. Давайте ее не на кого, кроме как на Слардара, но если он здесь добивает. Остается. Да, и забирают они, собственно, сейчас Рошана, ту самую. И БКБ вот это самое появляется с Лордара. По графикам, кстати, у нас по XP ломаные графики. Слушайте, а бигбусы-то насаждают. По XP напрягают команду СИО. Но по голде здесь 7500, ну, 20 минут это не то, что там на прошлой игре было там уж за 15 тысяч экспа. Так что не так далеко еще оторвались у нас команда Сио от бигбоссов. И что сейчас хотят бот спушить? И что-то сейчас не сильно действуют с команды. Проявляется Окинг. Все можно, в принципе, тавр, только хотел сказать, спушить этот тавр на топе, но темпларк сюда приходит. У темпларка есть у тебя Егис, Инвиз и какие-то айтемы. А, 2700 голды здесь у нее есть. Может, это будет дизолька моментально. Рейд кликом хочет купить. Либо... Нет, ну, Дагер бы уже купила. И драка здесь за тавр на боте, задув от Котла. Он по крипам. По крипов отбить, чтобы.
Алхимик вроде как пытается что-то выфармить себе в лесу он пытается себе выфармить БКБ, я так понимаю. И нужно что-то здесь такое предпринять. Команда Биг Босс нужно расфармить этого алхимика несчастного, у которого нету айтемов совершенно, только фейзы и Матрилхаммер. И здесь ему нужна БКБшечка, очень сильно нужна, потому что здесь слишком много магических прокастов в замесе будет. Покупать все арканы Тимбер, Тупларка Давид. Но выходить не собирается. Здесь, потому что есть Тауэр, здесь Вижн Тауэра. И не стоит далеко здесь заходить. Какой-то ранний чакрам от Тимбера совсем. Сейчас маны тупо тратит. Светслардар вообще пофигу, по-моему. Все эти магические прокасты здесь. Ага, задав от котла, опять чакрам ответку. Ну, ничем, кроме этого, не могут отбиться. Глиф прожимают, не хотят давать тауэр. Ну, тут просто уже плотно напрягает. И команда Сио. Это минус тауэр. Хотят дефать они на топ. Алхимику буквально чуть-чуть не хватит, чтобы добить этот тауэр. Хотя будет сейчас у него на топорик монетка, и там остается ресет БКБ. Но придется ему... Сейчас, видимо, отпад сделал здесь. Да. Придется ему не сладко без... Остальных айтемов, которые фармятся перед БКБ, что-то вроде. Не знаю, лотера, возможно. Хотя здесь уже не сильно его спасет. Такой лотер, это я бы сказал, такой больше пабовский итем. Но иногда в цеме он тоже канает. Чтобы синициировать файт, то есть... Лотер, колбочка, лотер. Ультимейт там. Все вместе прожать это дело. Так, видите, здесь лордар, ставит сюда вард. Слардар делает разгон, раскручивается колба алхимика, сейчас у Слардара стан, еще и его сюда отбивают блиндом. Котл что-то ненасытный, зачем-то он здесь оказался. И плазмофилдом здесь отгоняет, так сказать, Слардар. У него вешается съедочка, чакрам, кстати говоря. Нага, иллюзии. В ответочку от Рубика этот чакрам. Занат алхимика и теряю здесь тауэр на топе, опять же. Top tower has fallen. Ну, остается, считай, мид снести и все, и заходить на ХГ. Темпларк, по-моему, так и Аегис там через минуту пропадет, если не раньше. Да, Аегис, да, вот через минуту он как раз пропадет. И сейчас остается тауэр на миде. Да просто нечем. Возможно, сейчас будет какой-нибудь тимфайт. Есть здесь Огр Клаб у Алхимика. Со своим буквально здесь 500 голды на то, чтобы получить этот БКБ. Но после БКБ, возможно, они и ждут этот БКБ, чтобы начать... Господи, что с Алхимиком сейчас? Он стоял в стане, минус армор, это моментально минус Алхимик. Просто под БКБ сюда зашел этот самый... Да, хозяин, господи, что это Слардар? Это сон, это... Вырезает вайпер Разер, моментально соло сэмшен Нагу, задувает котел, здесь моментально отъезжает Разер, отъезжает Нага, также остается один Тимбер, и Чакрам пытается отбиться, но здесь летит ему в ответку Чакрам, минус армор, делает он ТП, и нет. Тим вайп. Мне кажется, стоит писать ГГ. Да, это ГГВП. И сейчас мы будем смотреть... игру команды Dark Passage.